Слушайте, там я видел плакат, там написано, что кто-то очень хочет сказать спам. Мы с вами вышли, я не увидел, но давай иди. Помогите кто-нибудь ей пробраться на сцену, это легально. Сейчас мы тебе микрофон сделаем. Я, честно говоря, не знаю, как пробраться на сцену. А, я понял. Теряю дверь, но мы играем в преферанс на интерес.